Здравствуйте, друзья! Меня зовут Розалия, и сейчас я хочу познакомить вас с квартирой и планировкой 1+1 на высоком втором этаже. Пойдемте смотреть! Ну что ж, друзья, мы с вами поднялись в квартиру. Это вот за мной входная дверь. В прихожей зоне у нас установлен шкаф, довольно-таки вместительный, с крючочками. Сразу после входа направо у нас идет салон, совмещенный с кухней. А по левую сторону от меня расположен санузел, где установлена раковина, зеркало со шкафчиком, инсталляция и душевая кабинка. Вот такая вот прямая кухня у нас здесь расположена. Здесь уже установлены места под духовую печь, варочную поверхность, вытяжку. И здесь вы можете выбрать, установить стиральную машинку или посудомоечную. Также у нас есть место для установки холодильника. Ну что ж, вот такой у нас салон, примерно квадратной формы. Здесь можно расположить телевизионную консоль, все провода уже установлены. А на этой стороне можно расположить диван. Также из салона у нас есть выход на балкон. Вот такой вот у нас балкон, примерно 4 квадратных метра. Напротив меня находится место для установки газового котла. Ну что ж, мы с вами зашли в спальную комнату. Здесь можно расположить кровать, прикроватные тумбочки. Хочу отметить, что наше окно, так же как и балкон, выходит на южную сторону. Ну что ж, мы с вами посмотрели квартиру. Она небольшая, но довольно-таки уютная. Также хочу отметить, что у этого комплекса прекрасная инфраструктура. У него будет свой бассейн и зеленые насаждения с красивыми тротуарами. Также хочу отметить, что у нас до моря от нашего комплекса примерно 600-650 метров. До рынка 350 метров, до ближайших магазинов BIM-SHOCK и А101, так же, как и до остановки общественного транспорта, примерно 100-150 метров. Для тех, кто заинтересовался нашим предложением, оставляйте комментарии, пишите нам во всех соцсетях, звоните. Вся техническая информация будет представлена в инфобоксе под видео. До свидания, до новых встреч!